Вам сюда. Да? Угу. Сюда? Алексей, можно пару слов? Сегодня что же, прибыть вещей пришли, рассчитываете на реальный тюремный срок? Или какие не знаю, не знаю. Вы, насколько я знаю, пошли на особый порядок, да? То есть вы полностью признаете свою вину? Конечно. Да? А зачем вы это сделали сейчас? Можете рассказать? Ну, я не могу ничего сказать. Просто раскаиваюсь, прошу прощения. Я не знаю, честно, что сказать. Я понял. Ну, на какой приговор все-таки рассчитываете? Рассчитываю на суд, то, что адекватно будет судить. А вы изначально не признавали вину свою, когда вас только задержали, а потом передумали, с чем это было связано? В этот же день признал свою вину сразу. В этот же день признал свою вину, да? Что вы хотите сказать, может быть, там работникам госархива? Я говорю, это прошу прощения. Ну, не от хорошей жизни все это я сделал. Ну, вы понимаете, что вас сегодня могут отправить за решетку, да? Конечно. Вы морально готовы к этому? Ну, честно говоря, наверное, нет. Наверное, нет. Ясно. А на прениях прокурор, что мы не видели вы сегодня, сколько просил для вас? Я не знаю, сколько просит прокурор. Не знаете, да? Ну, в любом случае, это меры, связанные с лишением свободы. Вы как считаете, это справедливо для вас? Нет, не мне решать. Я не знаю. Не могу ничего.